Я Колескина Екатерина, студентка 6-го курса 1-го медицинского университета московского. Очень часто вспоминаю занятия, и как вот особенно с химией, с которой у меня всегда были большие проблемы, я очень удивлена была, что за достаточно 2 года, либо 1,5 года, то есть где-то так, тоже точно сказать не смогу, но за это время я считаю, что мне донесли все очень подробно, вот. И особенно как сам момент преподавания, то, что была и какая-то артистичность со стороны Маши, мне это очень сильно помогло, очень много запоминалось, какие-то такие совершенно неожиданные вещи, которые для меня были очень сложны, они превратились в очень легкое и разложенное по каким-то частям. Все и так легко запомнилось, оказалось все очень простым. Вот. Конечно, это все в памяти надолго останется. Я каждый год, наверное, особенно на 1-м, 2-м и 3-м курсе вспоминала то, что вот мне химию преподали прям великолепно, и это очень мне помогало. Да, потом, конечно, вот особенно, когда начала задумываться насчет того, что, возможно, и самой бы хотелось как-то научиться преподавать и свои знания передавать, и все-таки вот вспомнила о том, что из всех преподавателей, репетиторов, которые были, вот все-таки это, наверное, к вам обратиться, то, что это, как бы, самые, так сказать, лучшие воспоминания, и, конечно, я на самом деле очень рада, что ваш центр, он, как сказать, он совершенно нестандартного подхода, и я желаю, чтобы этот подход, он сохранялся, и вы не вписывались в эти узкие рамки, в которые стесняют со стороны. То есть, я думаю, это большое будет открытие для тех, кто только собирается как-то все это заниматься этими предметами. И на самом деле очень мало таких преподавателей, таких центров, которые будут преподносить материал в очень неординарном стиле. Вот. Желаю вам, конечно, развиваться и дальше, больше преподавателей, больше учеников, больше материалов. Там, тем более сейчас на руку все информационные материалы идут, это очень важно. То есть это стало доступней для учеников и намного проще преподавателям как-то интереснее давать. И вообще это все прекрасно. Мне очень нравится, что вы обращаетесь к литературе очень такого периода, еще эпохи СССР. То, что это, конечно же, не забывается. И это тоже очень важно. Основы вот эти все, они очень хорошо изложены. Сама сколько раз, когда подготавливалась к каким-то занятиям, вот от бабушки осталась у меня какая-то медицинская литература, я очень часто обращаюсь именно к тем, неважно, что там уже заболевания известные, причины, патогенез, все остальное, зато там очень хорошо разложены хотя бы симптомы, например.